На неделе миру явилась удивительная красная луна, да плюс еще редкое лунное затмение, которое миллион землян могли наблюдать воочию, а 12 миллионов человек еще и в режиме онлайн-трансляции в интернет-сетях. Загадочная вселенная всегда манила, как говорится, и физиков, и лириков. И хотя это самое близкое к нашей планете небесное тело, знаем мы о загадочной Луне очень-очень мало. И не только о ее темной стороне, где, по слухам, прячут базы инопланетяне, но даже о том, как она влияет на каждого жителя Земли. Все мы живем под знаком Луны, утверждает Ирина Чичендаева. Чтобы волосы были густыми, гладкими и шелковистыми, нужен не какой-нибудь волшебный шампунь, а растущая луна. Казалось бы, народное поверье, но оно имеет научное обоснование. Это связано с тем, что человеческий организм на 80% состоит из воды, которая, как известно, приливами и отливами реагирует на активность спутника Земли. Это еще влияет, смотря фаза, в каком созвездии находится. То есть можно как сделать просто шелковистые волосы, подстричь, допустим, в фазе созвездия Льва или еще какого-либо. Также можно и сделать волосы на объем и на густоту волос. То есть это прям разные приметы есть. Ученые подтверждают, в полнолуние повышается рождаемость, но в то же время и число сердечно-сосудистых осложнений резко увеличивается. Врачи сообщают, в период активности спутника Земли возрастает количество инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Мы рекомендуем метеочувствительным людям в это время воздержаться от перенапряжения, от стрессов, больше бывать на свежем воздухе, нормализовать режим сна и бодрствования. Ох уж эта луна, загадочная и таинственная, которая, несомненно, влияет на всех, кто под ней ходит. Но что делать, если земной спутник исчез, спрятался и пропал? Главное не паниковать, а делать свою жизнь лучше, краше и приятней. Кирилл Малиновский, создатель электронной музыки и звукорежиссер на радио. Рабочий день очень плотный. Хоть и неудобно, но время наперекур музыкант находит всегда. Полтора часа в день улетают вместе с дымом в никуда. А вместе с этим 3000 рублей в месяц. Если подкопить на эти деньги, парень бы купил новый микрофон или хорошую звуковую карту. Стоп вредные и затратные привычки Кирилл решил сказать только сейчас. Вся планета на этой неделе следила за тем, как на 3 часа исчез с горизонта спутник Земли. Лунная затратка. Отмене. Считается, что в этот день легче всего бросить курить. Да, я в приметы верю, как бы, и я, по крайней мере, попытаюсь сегодня бросить курить. Вот. Не получится, будем бросать другие дни. В день лунного затмения, уверяют астрологи, можно легко и безболезненно избавиться от вредных привычек, выбросить ненужные вещи, с которыми жалко было расставаться, закончить тяготеющие отношения или бросить утомительную работу, на что человек до этого не решался. Лунное затмение, уверяют астрологи, несет в себе женскую энергию. Оно похоже на уборку квартиры, когда хозяйка борется с грязью или выбрасывает ненужный хлам. Поэтому в это время, советуют специалисты, лучше всего избавиться от чего-то ненужного, что до сих пор тяготит и останавливает. Причем выбросить можно не только мусор, но и ненужные отношения. Астрологи советуют лунным затмением проверить своего партнера. Хорошенько в этот день поругаться. Если в отношениях настоящих чувств нет, то ссора обязательно закончится расставанием. А если все серьезно, то пара оставит все склоки именно в этом неустойчивом дне. И до следующего затмения о размолвках вспоминать даже и не будут. На растущую луну вот знакомиться обычно с молодыми людьми. Люди, которые такие же по возрасту, как вы, или моложе вас. А на, допустим, убывающую луну, допустим, все время знакомишься с людьми, которые, допустим, такие же, как вы или старше вас. Кандидат физико-математических наук Кузьма Петрович за Луной и другими небесными телами наблюдает почти 70 лет. Влияние спутника Земли на решения и желания людей, лунные календари, планирование стрижки под растущую луну или любовных отношений доцент считает глупостью и нелепостью. Кузьма Петрович к поэтическому спутнику относится весьма прозаично. Лунное затмение — процесс физический, который можно объяснить даже ребенку. Вокруг Земли обращается Луна и делает полный оборот вокруг Земли за месяц. Когда она оказывается в тени Земли, свет от Солнца не попадает, происходит лунное затмение.
Кузбассе всего этого чуда так и не увидели. Оно выпало на дневное время, и луна еще не вышла из-за горизонта. Но кто-то его хорошо прочувствовал лично на себе. Музыкант Кирилл сообщил, что все эти дни он так и не курит. Может или нет, загадочный, таинственный спутник влиять на нашу жизнь и привычки. Даже ученые в этом вопросе однозначно не ответят. А может и не важно, то ли лунное затмение – повод и самовнушение, то ли действительно волшебная сила. Главное, чтобы это работало так, как нужно нам. Ирина Чечендаева, Наталья Прокофьева, Александр Чаринцев. Вести Кузбасс. События недели.